Пью это, когда, значит, стаканами, а так вот, как все. Ну и вот мы с ним поговорили, удивительная, конечно, ситуация. Вот какое-то все-таки новое информационное состояние общества. Вот с той поры он не сделал ни одного глотка алкоголя. И как-то вот недавно, ну не так недавно, это было 23 февраля, созванивались с ним в праздник там. Вот. И я у него спрашиваю, там, ну ты, Сереж, помнишь нашу встречу-то? Ну как не помнить, я же вот с той поры ни грамма. Ну и потом он говорит, ну у меня, правда, было такое очень жесткое испытание. Вот. Сажаю я, значит, самолет, и торжественная встреча, командующий там войсками идет, там, так сказать, с, ну, на подносе, как всегда, две рюмки, коньяка. И вот он мне хотел рассказать, как он, ну, ясно по голосу, я понял, что он из этой, вот, говорят, это у меня была за последние годы самая катастрофическая ситуация, но из нее я все-таки вышел, так он не успел договорить, видимо, уже взлетел выше. Ну вот, просто я хотел бы сказать о том, что от алкоголизма, ну, вот от потребления алкоголя избавиться гораздо легче, чем от такого состояния души, которое я бы назвал пищевым алкоголизмом. Да? То есть вот это уже более тонкая материя, когда человек настолько привык через еду просто получать удовольствие, что избавиться от такого состояния души очень сложно. То есть мы теряем контроль и начинаем воспринимать еду просто как инструмент получения удовольствия, повышения эндорфинов в крови и так далее. Хотя, в общем-то, при разумном образе жизни нужно было бы воспринимать еду, ну, как обязательный атрибут просто здорового бытия и не более того, а искать удовольствие в чем-то другом. Вот. И даже вот такая классическая пищевая пирамида, она, в общем-то, сегодня забыта начисто. Это я просто в институте питания ну, непосредственно брал эти данные. То есть, как должна быть устроена пирамида, вы видите прекрасно, что зерновые должны быть в основании питания. Дальше идут овощи, фрукты, потом там молоко, значит, молочные продукты, сыры, мясо, рыба, кто уж себе это позволяет. И только на вершинке пирамиды там какие-то кондитерские изделия, сахар, жиры, ну, для тех, кто уже без этого не может. Но если эта пирамида нарушается, то, конечно, страдает физиология. И казалось бы, что если говорить о стратегии развития даже государственности нашей, то какое это имеет отношение к этому? Да имеет самое прямое, потому что если у человека состояние души, а тело это храм души, да, не совсем такое, ну, так у нас и получается какой-то разлад в общих делах. А все кроется, в общем-то, в таких, казалось бы, и мелочах, как просто понимание рациональности питания. Но я по питанию это очень часто задают вопросы. Я, конечно, не специалист в этих вопросах, поэтому могу поделиться только, что называется, опытом и своим собственным, и там, теми результатами обсуждений, которые я вынес из рассуждений самых разных, достаточно глубоких специалистов. Конечно же, мне кажется, неправильно ориентироваться на какие-то очень резкие перемены в режиме питания, потому что та микрофлора и тот режим, в котором работает наш организм, он ведь заточен столетиями. Если человек жил, скажем, его предки жили в какой-то конкретной зоне, то, соответственно, у него весь организм настроен прежде всего на то, чтобы хорошо усваивались, используя для организма, те продукты, которые в этой местности произрастают. Как-то есть такое предание из жизни Христа. Он в горячем споре с заморским купцом осуждал его. Тот удивился, говорит, а я же привез явство для твоих людей. А чем ты недоволен? На что Христос ответил, ты выращивал это не для здоровья, ты выращивал это для денег.
Это совершенно другая энергетика. А завершается этот спор словами Христа. Он говорит, каждый народ должен питаться плодами своей земли. Несчастлива та земля, которая не кормит свой народ. Вот здесь очень многослойная такая фраза, потому что действительно несчастлива та земля, которая не кормит свой народ, потому что просто земля разоряется, она не возделывается. И во-вторых, человек потребляет продукты, которые не вполне адекватны его генетике. И он съедает, вроде все вкусно, а насколько это полезно, это часто не совпадающие понятия. Вот, поэтому, конечно же, в моем понимании, изначально человек, если он создан Богом, да, то наверняка он создан без ножа в руках и без сковородки, и без газовой плиты. Поэтому потребление того, что дарует нам природа, я считаю абсолютно естественным состоянием человека. Это орехи, это мед, это овощи, это фрукты, это корни, это травы и многое-многое другое, чего мы не замечаем вокруг себя. Вот. А если, тем не менее, годами и десятилетиями выработана привычка к конкретному какому-то продукту, включая там и мясные продукты, то резко отказавшись от этого, можно получить и негативные последствия, потому что быстро заменить микрофлору невозможно. И если вы, скажем, человеку на Чукотке, живущему уже в нескольких поколениях, предложите вдруг вместо оленя и тюленя, значит, явства какие-то заморские, то с ним произойдет, последствия будут печальные. И вот также точно в явной или неявной форме это будет проявляться у каждого из нас. Поэтому сегодня мне очень приятно, что именно вот на нашем слете собираются люди, демонстрирующие примеры здорового питания, когда ориентируются прежде всего на то, что дарует природа. За этим стоят не только вопросы физиологии, но и вопросы, если угодно, нравственности, философские вопросы. Один из битлов сказал, сейчас даже не припомню кто, это я прочитал его цитату, он сказал, что если бы бойни на земном шаре сделать со стеклянными стенами, то на земле воцарилось бы вегетарианство. То есть, когда мы с вами вот на прилавочке берем что-то в красивой упаковочке, то, в общем, как-то вот многие из предыдущих событий, они так остаются за кадром, но, тем не менее, они были. И вот энергетика происходящих до этого события, она вот здесь присутствует. И, конечно же, человечество несовершенно, и на сегодня, может быть, говорить об этом можно только вот в такой узкой аудитории, в другом месте это просто могут не понять, могут истолковать рассуждения ректора, тем более аграрного университета, и в ту сторону, что вместо того, чтобы повышать продуктивность животноводства, ректор начинает, значит, рассуждать о том, что нужно мясо меньше есть. Вот. Но тем не менее, вот если так эту тему поглубже как-то копнуть, то, конечно же, там очень многое сокрыто за кадром. А почему это сокрыто и почему-то нигде никак не подается? Ну, потому что мы с вами должны понимать, что алкоголь, табак, мясо, рыба, чай, кофе – это самый крутой бизнес на земном шаре. Потому что за этим бизнесом идет фармация, за этим бизнесом идут таблетки. Это, опять же, самый крутой бизнес на земном шаре. И, конечно же, очень много на земном шаре влиятельных сил, которые так аккуратненько будут делать так, что люди, которые вот так понимают эти вопросы, они будут не очень заметны. В средствах массовой информации их будут стараться выставить иногда в нужном для тех, кто на этом деле делает бизнес ракурсе. Вот, поэтому это мы с вами должны понимать, но когда часто звучит эта банальная фраза «человек есть то, что он ест», ну, она, конечно,
не точна, но она заставляет задуматься, потому что действительно многое формируется именно из нашего отношения к правильному пониманию вопросов питания и к правильному пониманию вообще бытия, соответственно. Очень важный вопрос, наверное, вот это прежде всего я к молодежи хотел бы обратиться с этими пожеланиями, к тем, кто детей воспитывает или собирается воспитывать. Очень важно приучить ребенка, да и нам с вами это не помешает, к свежей воде, желательно родниковой, природной и ни в коем случае не кипяченой. Потому что мы состоим, ведь вы знаете прекрасно, в основном из воды. Да? Основная компонента, которая присутствует в нашем организме, это вода. И проблема наша физиологическая во многом связана с тем, что мы имеем и на уровне внутриклеточном, и в межклеточном пространстве воду, которую надо было бы обновлять. Так вот, обновление воды на клеточном уровне, оно идет только тогда, когда человек понимает, что такое вода. И вот это обновление происходит только тогда, когда он потребляет эту воду. Вот такая информация у меня из разных источников. Я как-то занимался в одном из буддийских центров этой проблему, пытался понять, и изучал этот вопрос вот со специалистами из Сирии. Там немножко разные методики, но совершенно независимые эксперты давали мне примерно одни и те же советы. И недавно у меня знакомый приехал из Соединенных Штатов, с индейцами встречался. Но индейцы тоже искренне удивляются. Мы не понимаем, как можно пить не чистую воду, а как вы пьете какую-то красную, зеленую, там, коричневую, вот имея в виду, наверное, пепсиколу там и прочее. Им это просто не понять. Так вот, очень важно приучить ребенка буквально с момента рождения к чистой природной воде. Не к подслащенной, не подсоленной, не к сокам, не к чему, просто к воде. Чтобы он знал, материнское молоко это, значит, поел, а вот водичка попил. И если вы вот такие привычки сформируете, то это залог здоровья в будущем. Ну, а так, в общем, исходя из того, что советовали, с утра, конечно же, там, ну, по пониманию каждого, но от 200 до 500 граммов воды надо выпивать, или холодной, или горячей, но не кипяченой. А потом, если хотите восстановить баланс свой водный, то нужно потреблять примерно 100 граммов воды в час, это 5 глотков. То есть, когда много пьешь, ничего не добавляется, вот, она просто перегружает как бы почки и ничего больше. А вот если выпиваешь 100 граммов, то эту воду почки успевают разогнать по организму с пользой для него и вывести уже воду отработанную. Вот, ну, скажем, в буддийском там центре там выдавали горячую воду обязательно, 2 термоса. 2 литра, и в течение суток, в течение дня до 7 часов нужно было выпить эти 2 литра. А так вот, ну, если по 100 граммов вы посчитаете, примерно, ну, и получилось то же самое практически. Ну, давайте так пройдемся дальше. Но я, значит, единственную фразу эту напомню, я уже говорил об этом, что, к сожалению, путь промысла его, если говорить вот о богословии, а это и отношение к пище, и к воде, и к алкоголю, и ко всему из этого уже вытекает. Путь промысла его неведом потому, что на сегодня, к сожалению, вера есть в него, но веры нет ему. Ну и, пожалуйста, следующее. И я хотел бы вам сказать, когда я говорил о изменении матрицы, вот я хотел обратить ваше внимание, может быть, вы на этот кусочек, он так не все обращают внимание, но хотелось бы, чтобы мы вместе с вами послушали эту фразу вместе, то, что сказал Владимир Владимирович Путин. Он как раз сказал об особом значении мировоззренческого приоритета, первого приоритета, ну, назвал это немножко, так сказать, другой терминологией, потому что это должны говорить мы с вами, а не президенты. Потому что когда в обществе сформированы некие стереотипы, то не задача президента их размывать, они размываются снизу, как, скажем, во времена Коперника. Вот солнце не вращается,
вокруг Земли. Это не мог сказать ни император, ни царь, это было бы абсолютно нелепо. Это должны были говорить Коперники, Галилеи, так сказать, так вот и сегодня. Вот. Но Владимир Владимирович Путин применяет такой термин, как «исследователи творчества Пушкина». Там, правда, склейка двух фраз, но он отдельно это говорил, что, ну, вы знаете, все, кто говорит о необходимости Пушкина слушать и наслаждаться музыкой стиха, вот, их называют пушкинистами. А исследователи творчества Пушкина – это те, кто пытаются понять мировоззренческую сущность того, что написал Пушкин. Ну, да, или опять у нас не включится. У нас идеологических противоречий на сегодняшний день практически нет. У нас есть фундаментальные культурологические. В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея. В основе российского – коллективистская. Вот есть один из исследователей Пушкина, который об этом очень точно и ясно сказал. Вот в «Унесённой ветром», помните, там главная героиня, она говорит, что я не могу себе представить, что я буду голодать. Вот для нее это самое главное. А в нашем представлении русского человека, все-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт уходящее, что-то такое душевное, что-то такое связанное с Богом. Понимаете, это немножко разные философии жизни. И поэтому понять друг друга довольно сложно, но можно. Ну вот, видите, иногда такие очень короткие фразы, они позволяют все-таки меру понимания нашего президента понять. И понять его мировоззренческую, может быть, такую одинокость. Вот. Поэтому у нас с вами очень важная задача. Он должен опираться на нас, я не имею в виду в прямом виде, но это на уровне эгрегориальном, конечно же, всегда есть такие ощущения. Проваливаешься ли ты в никуда, или ты действительно говоришь о чем-то, опираясь на имеющиеся в стране силы и возможности. Вот. Поэтому я вот это тут как-то с одним знакомым беседовал, такой, то, что я вам уже говорил. Природа – это зримое подобие священного писания в нашем трехмерном мире. Так я характеризовал вот то, что я вам говорил о природе. Ну, пожалуйста, следующий слайд. И вот я хотел сказать, что сегодня очень многие страны мира, ну вот я вам скажу, в Турции я недавно выступал, в Казахстан меня приглашали, там, так сказать, в Казахстан из Лондона тогда прилетали, попросили, а вот в Лондоне вы не могли бы выступить. Но это говорит о том, что взоры очень многих стран мира обращены сегодня к России. И вот планирует к нам приехать Дон Рус, он написал книгу как раз «Духовная экономика». И он там очень многие вещи раскрывает. Он раскрывает историю, вот вообще, почему у нас проблемы села возникают. И вот сейчас, вот вы знаете, Константин Анатольевич Бабкин очень много говорит о разумной аграрной политике, там как-то взаимодействуем мы с ним по этому поводу. Но нам нужно понять мировоззренческую сущность этих проблем. Потому что это, опять же, не просто чье-то непонимание. Это заказ, по сути, вот той концепции, которая на сегодня реализуется, когда в основе всего и вся лежит просто прибыль, и лежат просто деньги, и все делается во имя денег. А почему не развивается у нас одноэтажная Россия? Почему у нас не развивается, значит, территории наши? Да потому что вот он показывает в своей книжке историю, это у него факел из 100-долларовых купюр в руках вот, на обложке, значит, потому что он показывает историю, и раньше всегда так было, как только вот в сельской местности появлялись свои там суконные фабрики, какие-то свои ткацкие станки, то находились силы, которые все это разрушали, перетаскивали это в города. Почему? Потому что, вот, ну, если сегодняшним языком говорить, как могут заработать банки и торговые компании, это основной сегодня зарабатывающий бизнес, они не могут заработать на людях, которые живут на земле,
рассосредоточены и живут, в общем-то, своим трудом и тем, что у них в том числе и на грядке собственной вырастает. Вот то, о чем говорил Христос, которые питаются плодами своей земли, а не заморской едой. И поэтому вроде как бы про это никто не говорит, но де-факто вот градостроительная парадигма абсолютно нелепая, когда мы, имея 12 гектаров на нос, развиваем только города Петербург и Москву, это связано как раз с тем, что в противном случае бизнес банковских структур и торговых компаний пострадает. И вот, хотя это не озвучивается, но скрытые мощные пружины, на мой взгляд, именно в этом состоят. И это тоже надо как-то вот в общественном сознании, чтобы формировались такие взгляды на необходимость перемен в градостроительной парадигме. Иначе наши города может постигнуть та же участь, которая постигла, скажем, город Детройт, да, который сегодня погиб физически, там любой дом можно за $1 купить, а ведь начиналось это развитие точно по такому же сценарию, по которому сегодня идет Москва. Детройт, значит, был построен, вначале все нормально, потом перенасыщенность автомобильная, значит, поскольку, значит, нашли такой же способ, прирезали дополнительные территории в расчете, что будет посвободнее. Но как только прирезали дополнительные территории, так туда появилось, там появилось дополнительное население, и те пробки, которые были, они многократно увеличились. После этого пришлось центральную часть вообще сносить, потому что там просто физически было не проехать. А к сегодняшнему дню этот город уже погиб полностью. И вот с одним из специалистов, тоже я видных из Соединенных Штатов, встречался, он давал интервью большое в нашей газете «Деловой Петербург». Ну, он свои оценки такие дает, что вот города в их нынешнем виде просуществуют не более 50 лет. А потом, ну, по тем или иным причинам, техногенные или катастрофы, военные какие-то. Ну, вы видели, допустим, вот Грозный, произошло там. Ну и что, вот я был в Грозном, там ни одного дома, ни одного, полностью все новые, да, вот. Поэтому вот сегодня это одна из основных проблем, если мы говорим о мировоззренческой безопасности нашего общества, мы должны все-таки находить возможность продвигать иную градостроительную парадигму. И формировать, Россия должна не потоки газа и нефти, а новые смыслы жизни. То есть мы должны как-то научиться подать для мира новый смысл жизни и новый образ жизни, и новые парадигмы организации жизни на Земле. И у нас как раз для этого все есть, потому что у нас, я говорил, по 12 гектаров на человека. Вот в Европе это не реализуешь. А мы можем идти по принципу обгонять, не догоняя. То есть мы могли бы на сегодня не догонять вот Запад по тому тупиковому пути, по которому он идет, а зайти совершенно с другой стороны и предложить принципиально новые поселения, где природа, работа, место жительства и место отдыха, как говорится, в одном флаконе. И для этого не надо большого ума иметь. Можно проехать просто по Соединенным Штатам или по Канаде и посмотреть, как это делается. Вот человек, который приезжает ко мне, он мне сказал, что он знает, и он понимает, и он верит, что все глобальные перемены в жизнеустройстве на Земле, они пойдут из России. И поэтому вот он ищет контактов с нашими специалистами. Фамилия характерная. Да, вот тоже непонятно, я не знаю, псевдоним он брал или как, Дон Рус. Ну вот я здесь маленькую такую историю расскажу, которая просто дополнительно как-то говорит о том все-таки, что такое Божий промысел, и что такое природа, и что значит жизнь в природе, и как Бог этому учит. У меня была встреча со своими бывшими сослуживцами. И когда мы уже расходились, я одному из них, он киношник такой,
очень высокого уровня. Я говорю, что вы там снимаете всякую хрень? Вот, на, возьми мою книжечку. Найди там, значит, главу, которая называется «О Иисуса Христа и Андрея Первозванного в Древней Руси». Ну да, вопрос не бесспорный, конечно, там, так сказать, что там говорить. Но вот есть такая версия. Ну, подайте ее в какой-то художественной форме, ну, пусть люди подумают сами, там, так сказать, есть ли за этим какие-то крупицы реалии, или это просто будет художественный вымысел. С вас же никто не требует исторического фильма, в отсутствии каких бы то ни было хроник исторических материалов. Но порассуждать-то можно, вот, потому что, как вы знаете, с 13 до 30 лет никто не знает, где был Христос. Все говорят, в Индии или в Египте, но как-то не видно это по тому, что мы знаем о его жизни и о тех вещах, о которых он рассказывал, потому что буддизму уже 600 лет было, но чего-то не похоже то, что он говорил, на буддизм. И вот я рассказываю это своим, а рядом второй человек стоит, который уже меня знает и который уже пару раз попадал на такие особые совершенно случайности, которые невозможно не заметить. И вот он вдруг на следующий день мне звонит с утра, я так удивился, что это был выходной, и он говорит, Алексей, вот не могу не рассказать, там всякое бывает, но такого я, честно говоря, никак не ждал. Я говорю, он историк по образованию, уже в возрасте изучал вроде все и вся, говорит, когда вы начали говорить о том, что Христос мог быть на земле русской, для меня это, ну как, я впервые это слышал, и я, конечно, это не воспринял никак. Ну вот, говорит, утром, когда просыпаюсь, иногда бывает у меня такая привычка, ну что-нибудь так полистать, как бы. И он берет эту... так, протянув руку к библиотеке, которая 30 лет стоит в комнате, берет случайно подвернувшуюся книгу, случайным образом ее открывает и читает первый попавшийся абзац. И вот этот абзац сегодня на слайде. Звучит он так. «Христос наш, говорю, тоже был человек бездомный и надземный. Был он не для низких и не для высоких, а к все великие справедливцы ни туда, ни сюда. А когда с Юрием да Николою ходил по земле русской, по деревням, то даже и не вмешивался в дела их. Они спорят о человеке, а он молчит». Я говорю, слушай, а где ты это прочитал? Он говорит, да, рассказ вот Максима Горького, называется «Калинин». Я в интернете набираю, действительно, там рассказик-то небольшой, страниц 15. И в конце вот вижу вот эта фраза. Ну и вот я даже у себя там на конференции научной приводил этот пример вот реального свидетельства бытия Божьего на практике. Потому что, ну вот, если это не подтверждение бытия Божьего, то тогда скажите мне, как еще Бог может подтвердить свое бытие, если он функционирует за пределами того, как мы воспринимаем мир. Вот. И вот думаю, что для моего знакомого это такой урок очень хороший, когда человек действительно ищет путь к истине, ну, и ему так вот иногда подсказывает неожиданным и хитрым образом. Но это не будем повторять, что, значит, есть разные взгляды, это я, так сказать, библейские и коранические подходы. Ну, скажу два слова по проблемам ноосферной экономики, это в Беларуси мы обсуждали, то есть вы знаете, что всегда у нас было два подразделения в классической такой теории экономистов. Первое подразделение – воспроизводство средств производства и воспроизводство предметов потребления. Но вот не пора ли сейчас задуматься, что есть еще третье важнейшее подразделение – это воспроизводство самого человека, как биосоциального и ноосферного продукта. То есть человека-то самого тоже надо воспроизводить. Иначе неизвестно, что потом будет с человеком, если это не ставить как цель, в общем-то, производственной системы. Но вы понимаете, если у вас только два подразделения, то куда человек попадает? Человек попадает в расходные материалы, там, где лопаты, скрепки и все остальное. И какой хороший управленец, который минимизирует расходы? То есть, чем меньше расходы, то есть, тем меньше зарплата, тем выше качество управления, тем лучше управленец. А вот если вы ввели третье подразделение, где у вас человек присутствует, то тогда это совершенно другая экономика. И тогда, значит, воспроизводство человека, это расценивается как повышение качества управления. И если вы увеличиваете зарплату в первой системе, то вам увеличивают налоги. А правильнее было бы, если вы увеличиваете зарплату, то, наверное, люди сами теперь за многое могут как-то заплатить. И налоги, возможно, надо наоборот снижать. То есть искать какие-то принципиальные иные подходы вот, ко взглядам на систему.
И вот, к сожалению, сегодня это как-то не востребовано вот в нашей системе. А вообще говоря, если посмотреть на вот работающих, в том числе вот на рабочую молодежь, то мы могли бы обрести очень серьезное будущее. Там есть конкретные механизмы. Вот у меня буквально на прошлой неделе принесли мне целую разработку, когда в режиме государственно-частного партнерства государство как бы входит в предприятие, и оно не претендует на прибыль, а за счет доли предприятия вот решается вот эта третья строчка «воспроизводство человека», когда за счет прибыли, которая возникает дополнительная за счет вложения государства, направляется средства на человека, пусть не в виде прямых доплат, но исключительно в развитие социальной сферы, жилья там, и так далее, и так далее. И вот есть в Вологодской области такая, они мне принесли один интереснейший проект. Причем от государства не требуется даже вложений. Просто государство должно этому предприятию подписать контракт, что оно будет потреблять у них тепловую энергию, которая возникает там при утилизации шпал. И если государство подписывает такой контракт, то они готовы тогда выделить серьезную долю, которая, ну, по согласованию с государством будет направляться исключительно на строительство жилья для молодежи, на решение других вопросов, то есть на законодательном уровне. Не потому, что вот руководитель хороший и плохой, а потому что он понимает, что это третье подразделение воспроизводства человека, оно является едва ли не самым главным. А так мы скоро вот напроизводим и ракеты, и самолеты. Вы посмотрите, что происходит с нашими ракетами. Да? А почему? Потому что забыто вот это третье подразделение. Воспроизводство самого человека. Человека надо вывести из разряда расходных материалов и баланс сводить только материалы, это то, расходы, доходы. А дальше что? А дальше, когда прибыль сформировалась, это, извините, уже, ну пусть там акционеры ее заберут, как-то поделятся с работающими, но человек должен чувствовать себя в другой ауре. Он должен быть вместе с собственником, а не вместе со швабрами и лопатами. Сегодня он вот там, где швабры и лопаты. А если это вывести, это иной бухгалтерский учет, когда расходы по заработной плате выводятся из статьи расходы. Они рассматриваются как доходы. То есть вот получили доходы, и из них уже человек, тогда он заинтересован в увеличении доходов. То есть другой подход и другой взгляд на человека. Но мы стараемся вот в разных местах как-то продвигать вот идеи, в том числе и при кредитно-финансовой системе. Почему я и говорю, что ну, каждый из нас так или иначе на матричном уровне может считать себя причастным вот к последним событиям, которые по кредитной ставке обсуждаются. Потому что ну, даже вот телерадиокомпания «Мир» такие запускала программы, даже название такое характерное, «Камасутра для банкиров» такая была программа. Папа Римский, значит, что говорит по кредитно-финансовой системе, а он говорит, Папа Римский, вдумайтесь, он говорит, что не пора ли перейти на исламскую систему банкинга, а это лидер, как бы так сказать, христианской. Прошлой или предыдущей? Да, это предыдущий. Потому и ушел. Ну, может быть, но герои в каждой есть отрасли. По вегетарианству была отдельная программа. Вот. Ну, фильм даже вот вышел «Воля Вселенной» там как-то. Ну, то есть так совершенно в разных местах, причем люди выходят совершенно разные и так интересуются, в общем, такими серьезными сейчас уже вещами. Ну, пожалуйста, дальше. И вот, когда мы слушали выступление Германа Грефа, то я хочу сказать, что помимо, может быть, непонимания вот такого общего, что время банкиров-то, время вот толпы элитаризма прошло. Конечно, ему еще защищать, я здесь просто статистику привожу. Слева показываю программу государственную развития территории до 2020 года. Предполагается финансирование 90 миллиардов рублей. А справа балансы Сбербанка. Прибыль Сбербанка за квартал 90 миллиардов рублей. То есть, если, допустим,
прибыль Сбербанка только направить на развитие территорий, то финансирование можно увеличить в 23 раза. А если, допустим, взять десяток структур, то можно увеличить финансирование уже в сотни раз. Поэтому мне представляется, что вот такое развитие действительно России, а не просто зарабатывание денег и получение прибыли, возможно тогда, когда на территории мы будем увеличивать финансирование в сотни раз. Ну и я смотрю по времени, у нас уже как-то быстро пошло, да? Может, тогда будем завершать. Но я хотел завершить, наверное, чем? Что вот давайте послушаем еще выступление главы Центрального банка Игнатьева на Совете Федерации. Тоже, может быть, вы все слышали уже это, но хотелось бы это вместе послушать. Почему? Я хочу тем самым продемонстрировать меру понимания вот наверху пирамиды и меру понимания внизу. Потому что эту программу мне, собственно, мои студенты, первокурсники, принесли там посмотреть. Я бы и не отследил, потому что, ну, они, как это говорят, после этого в цирке не смеются уже. Вот, после этого, как после того, как они смотрят такие ролики. Но эти ролики смотрят сейчас все, и студенты, и домохозяйки, и всем понятно. Вот, пожалуйста, понимание, мера понимания. Сергей Михайлович, вам не кажется, что при отсутствии в стране в банковской системе длинных дешевых кредитов 10-20 лет не способствует развитию внутренней экономики страны? Если мы хотим длинные деньги частные, надо снижать инфляцию, надо обеспечить ее стабильно низкий темп. Вот другого не бывает. Сергей Михайлович, любая фаза экономического цикла, а инфляция растет, 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 растет. Или, если не растет, то, по крайней мере, не снижается. Вот скажите мне, пожалуйста, в чем главная причина этого явления? Тогда мы можем ответить на вопрос, как с ним бороться. Да я ничего нового не скажу. Инфляция – это прежде всего денежное явление. Вот. Это прежде всего денежное явление. Вот. Ну, хорошо. Да, она всегда рукотворная. Она всегда рукотворная, да. Ой. Спасибо, Сергей Михайлович. Хорошо известно, что одна из главных причин невысокого темпа роста экономики, развития реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса являются высокие ставки по кредитам. Как вы считаете, какие меры все-таки может и должно принять государство, может быть, программа для того, чтобы снижать ставки по кредитам для реального сектора малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства? Мы находимся на таком этапе развития, когда мы просто обязаны в течение 2-3 лет обеспечить снижение кредитов и дать ресурсы для развития экономики. Человек, который предложит эти меры, точно войдет в историю. Ой, тяжелый вопрос. Да. Вы знаете, я вот первый. Я войдет или влетит? Что... Влетит в историю. Острота этой проблемы, ну, иногда преувеличивается. Я просто попросил один известный крупный банк представить мне информацию о том, по каким ставкам он предоставляет кредиты разного вида. 11% средств. Ну, там есть и 15%, и 14%. Адресов банка дайте, чтобы все пошли туда. Назовите хоть один вид бизнеса, где можно получать прибыль годовую. Даже 11%. Банковский. Что надо сделать, чтобы в ближайшие 2-3 года ставки начали понижаться, чтобы бизнес увидел перспективу и не уходил из страны? Значит, главный ответ – стабильная низкая инфляция. Этот ответ мы слышали. Вот, что надо сделать, чтобы не обличать? Не существует. Вот, если кто-то скажет о том, что я знаю ответ, не верьте, а вас обманывают. Все равно инфляция демонстрирует тенденцию к снижению. Да. А кредитные ставки демонстрируют тенденцию к росту. Но действительно, в последние 2-3 года получилось вот не совсем так, как должно быть. За последние 2 года действительно, я не отрицаю, средние процентные ставки возросли процента на 1,5, как минимум, а то и на 2% пункта. Как, кстати, и депозитные ставки, как ставки по вкладу. Это, ну, извините, рынок.
Так что вот, да, аплодисменты слышу, да. Так что вот, видите, ну, ситуация действительно анекдотичная. Вот я для истории оставлю, когда-нибудь это действительно будет, ну, уникальный кадр. Сказать, неужели вот на уровне, значит, Центрального банка были такие представления, что учетная ставка или ставка по кредиту зависит от инфляции. Ну, нам-то всем понятно, что единственным задающим генератором инфляции является судный процент. А судный процент устанавливается по произволу. Какой вы судный процент установили, такая инфляция у вас и будет. Потому что тарифы естественных монополий, они последуют за этим. Вот. С 1 января выйдет, допустим, руководитель Центрального банка или президент и скажет: ребята, в этом году у нас инфляция будет строго равна нулю. Значит, соответственно, судный процент будет равен нулю, рост тарифов будет равен нулю. Ну, откуда же инфляция возьмется-то? Откуда она возьмется, если... Вот. Поэтому, значит, дальше, наверное, мы... Я только... Пару картинок. Вот видите, эмиссия мировой валюты. Видите, где мы с вами находимся? С 2008 года по сегодняшний год денег напечатано в Соединенных Штатах больше, чем за предыдущие 400 лет всем миром. Да? Вот, вышли не просто на экспоненту, а на такую вертикальную кривую. На следующем слайде там тоже вот эта денежная масса. Денежная масса Японии, видите, отношение М2 к ВВП 250, а у нас вот там 25. Поэтому чего удивляться-то? Как мы можем развиваться, если денег, по крайней мере, в 10 раз меньше, чем их нужно вообще для развития? Ну, это я о городах тоже это услышал. Ну, и хотелось бы вот видеть Россию будущего примерно такой, а не по справкам пробки.ру или как там. Так что я вас хочу поблагодарить. Яндекс.Пробки. Поэтому хочу вас поблагодарить за внимание и сказать, что все-таки будущее у нас в большей степени вот на той картинке, чем там, где нас пугают разного рода проблемами, потому что у нас с вами все есть. Есть земля, есть природные ресурсы, есть великолепные умнейшие люди, и есть сегодня разворот в сторону реального сектора производства и воля, в общем-то, президент нашей страны к реальным переменам. Так что нет сомнений, что Россия, в общем-то, выйдет на тот стратегический магистральный путь, который она долго выбирала, маневрируя между теми возможностями, которые дарованы нам, к сожалению, Богом, и внешней средой, которая чрезвычайно жестока, потому что век нынешний, он четко охарактеризован еще Некрасовым. Жестокий век. Век крови и меча. На трон земли ты посадил банкира, героем сделал палача. Так вот, давайте эту матрицу закроем на прощание матрицы Пушкина. Я эти его стихи читаю как молитву с пожеланиями добрыми каждому из вас. Вот, может, часто повторяясь, но молитву, я считаю, можно повторять хоть каждый день. Вот, Пушкин писал о человеке разумном. Так, недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать, и мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависит от властей, зависит от народа, Бог с ними никому отчета не давать, лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи, не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы красотам, и пред созданиями искусств и вдохновения трепеща сладостно, в восторге умиления, вот счастье, вот права. Вот такого счастья я и хотел бы пожелать всем присутствующим на нашем слете и всем добрым людям на земле. Будьте спасибо. Счастливы по-настоящему.
Уважаемые друзья, после обеда у нас будет еще одна встреча с Виктором Алексеевичем Ефимовым, на которой можно будет задать вопросы, если у кого-то есть. И еще вот Виктор Алексеевич дарит всем присутствующим свою книгу «Глобальная трансформация». Можно будет сюда подойти, вот получить ее. Соратники, минуточку внимания, расходитесь. «Глобальная трансформация», она так в основном для Лондона писалась, замысел. Мы на английском ее, в общем-то, изначально затевали. Немножко там идет уточнение. Русский перевод этой книги получился быстрее, чем английский. Вот. Но она скоро выйдет и на английском языке, потому что очень большой интерес вот к таким базовым идеям на сегодня буквально во всех странах мира. И обращения географии имеют, в общем-то, такую очень широкую. Поэтому, наверное, в ближайшее время на английском эта книжечка выйдет. И, соответственно, мы рассчитываем всем добрым людям на Земле тоже как-то эту информацию передать. Значит, дорогие соратники, Виктор Алексеевич, будьте добры. Значит, вот наш форум в лице, так сказать, нашего руководства выражает огромную благодарность Виктору Алексеевичу Ефимову. Он нас поддержал в первый слет, когда мы проводили в Киржаче. Несмотря на свою огромную занятость, масса обязанностей и всего остальное, приехать за 100 километров от Москвы в глухое место и провести цикл лекций своих. Вот. Второй форум, который проводили мы уже в этом месте, тоже Виктор Алексеевич нас поддержал. Вот. Ну и, естественно, приехал на третий форум. Вот. Поэтому огромная благодарность вам, Виктор Алексеевич. Мы вам вручаем книжечку «Великие русские достижения». Вот. Я надеюсь, в этой книге очень скоро появится, написал наш соратник, не только имена, так сказать, но и дела, которые все мы совместно делаем. Потому что, действительно, мы связаны одной цепью. И вот звено этой цепи я вам одно вручаю. Это у нас цепь преподавателей, которые даем. Так что теперь вы от нас не вырветесь. Вот. И наш минимальный курс молодого бойца, так как вы нам тоже даете курс молодого бойца, мы тоже вам вручаем наш курс молодого бойца. А теперь, соратники, огромная к вам просьба. Значит, сейчас очень удобный момент. Многие из нас здесь собрались. Давайте выйдем и сделаем. Значимые форумы по трезвому и здоровому образу жизни. Потому что, я убежден, это абсолютно необходимое условие для решения всех задач, всех уровней. Будущее нашей страны, да и цивилизации русской, во многом связано с решением этой первоочередной задачи, на базе которой уже можно продвигаться дальше. Конечно же, важно понимать, что вот решение вопросов трезвости – это не самоцель, но это абсолютно необходимый инструмент для решения последующих задач. И для меня особенно значимо, что на форум приезжают представители очень многих регионов России. Любые вопросы, они решаются только тогда, когда есть прямой контакт людей, когда люди знают друг друга, потому что обмен по электронной почте и средствам массовой информации, он все-таки никогда еще не давал серьезного результата. И мне представляется, что вот найден очень правильный такой срез для сверки курса, если угодно. И один раз в год это традиционно происходит. Это, безусловно, имеет такое очень серьезное значение для сплочения всех сил, ориентированных на счастливое стратегическое будущее нашей государственности. Вот так.